украинские новости. Как сообщают наши источники в правительстве, военная организация «Пандора» собирается полностью восстановить контроль над вратами бездны. К другим новостям. Сегодня отмечается годовщина заключения в тюрьму Глена Баскервилля, более известного как «Сабрийский маньяк». Напоминаю, что от рук сабрийского маньяка погибли тысячи наших сограждан. Далее прогноз погоды на завтра. Звери, форменные звери, как можно меня, в таком отутюженном костюмчике, в белой рубашечке, в белых перчаточках, в носочках, их не видно, но они белые, посадить в тюрьму с преступниками. Да? Остановитесь, опомнитесь, очнитесь! Здравствуйте! Сюрприз, сюрприз! Это я, Фрейк Зарксис, и моя куколка Эмили! Здравствуйте! Я Глен Баскервилль. Слушай, надо же! Только серия сразу так удачно. Пора пить чай. К сожалению, в сабрийской тюрьме не бывает чая. Да ладно. Эмили? Принеси чай. Ну, шахматы уберите. Куда, по-вашему, чай должна ставить? Ты тоже это ненавидишь? Ненавижу что? Ну, неловкое молчание. Не знаю. Хороший вопрос. Брейк. А в каких вы с ним отношениях? Ну, вы друзья, коллеги, любовники, сокамерники. Как мне интересно. А я думала, что ты скажешь, что ты потерянный брат. И вот... Спустя долгие годы вы наконец-то встретились. Вы тянетесь друг к другу, ваши руки практически соприкасаются. И вот Эмили! Телек мне еще надо смотреть, жди меня, блин. Лен! Лен! Немного хлопелина, и мы с тобой можем побыть наедине. Да-да-да, в тюрьме мы с тобой еще не зажигали. Ты пищишь в самый неподходящий момент. Мне снятся кошмары. Опять. Третий раз на этой неделе он будет меня своими воплями. Ты сделай так, чтобы его крики не мучили меня. Они прерывают мой полезный дневной сон, необходимый для красоты и здоровья. А ты знаешь, что происходит с герцогинями, которые лишают этого сна? Дорогуша, а ты почему ночью не спишь? Миранда, поиграем. Крис. У них появляются морщины. А если у этой герцогини появится хоть одна морщинка, извини, может, я мысли нечетко излагаю, но я правда спать хочу. Так что реши вот эту вот проблему по-быстрому, иначе тебе голову отрублю. Ага, спокойной ночки. Нормально, да? Глен, а включи бузончик, погромче такой, да? А то я тебе голову отрублю, пока спокойной ночки. Я же вас предупреждала! Мяу-мяу, давай играть. Отстань, хватит уже. Все равно не спишь. Да ты хоть знаешь, кто я? Ты Брейк Зарксис, сотрудник организации «Пандора». Это твоя кукла Эмили, способная принимать человеческий облик. Но я бывший сотрудник. Вот не надо, бывших пандоровцев не бывает. Ой, что ж ты такое сделал, что свои же кинули тебя за решетку? Они раскрыли мое прошлое. Наше прошлое. Мы убили 116 человек. И собаку. Собака сама сдохла. Миранда, а? А это что? Это
Чешир, он кот. Да я вижу, что кот. Зачем он тебе? Ты знаешь, у каждой самостоятельной, независимой женщины должен быть кот. О, господи. 116 убийств. Об этой части вашей биографии я как-то и не знал. Ну, понимаешь, Ленушка, мы как-то об этом на всех углах не кричали. Как тебя удачно к нам посадили, мужчины. А не пора ли вам освежиться? В смысле? Глен, я вам в туалет сходить предлагаю. Ну, как минимум, часа на пол. А, ну, ясно. Мяу. Мяу-мяу. Давай играть. Нет, котик, я больше не буду с тобой играть. Иди поиграй с Гленом в туалете. Эмили, а посуда так и будет на столе грязная стоять? Может, ее нужно помыть? А может, нужно сказать, где вода находится? Там, где чешир и Глен. Веранда, Веранда, а это ты сейчас специально всех прогнала, да? Ты знаешь, для всех них я странная, но только в тебе я чувствую родственную душу, Брейк. Миранда, поверь мне, странность — это абсолютно нормально. Так, так. Ребята, я тут подумал, а может, партийку в шахматы? Глен, какие шахматы? Сейчас бабы подерутся. Я этого совсем не ждал. Это рост у тебя 175, игрок у меня подходящий имеется. Глен, а разреди-ка обстановку. Расскажи общественности, зачем ты грохнул тысячи людей 10 лет назад? Ты хочешь знать, что случилось? Ну, слушай. 10 лет назад я открыл врата бездны и сбросил туда свою жену. А потом я сбросил туда тысячи людей. А потом еще 1000 человек. И еще. Понравилось, да? Да. Я бросил бы туда всех вас, если бы меня не заперли здесь. Зачем? Так говорят голоса в моей голове. Они приказывают мне очистить мир от грязных кромок. Я должен всех уничтожить. Всех убить. Вы думаете, тюрьма меня удержит? А, врата бездны открытые. И никто не сможет ее закрыть, потому что ключ от бездны у меня. Этот ключ? Где ты его взял? У тебя в штанах. Я так и знал, что ты извращенец. Вообще-то я сотрудник Пандоры. Ну, в любом случае, придется тебя убить. Ой, мне почти жаль. Мне нравится слово «почти». Никакой жалости. Подожди. Что такое? У меня пистолет в штанах застрял. У тебя есть оружие? У него есть оружие. Руки вверх. Руки вверх, куколка. Миранда. Вообще-то, я его сообщница. Руки вверх, Миранда. Ребята, вас не смущает, что вы в тюрьме? Откуда у нас оружие? Мяу-мяу. Котик, ну куда ты лезешь? Ты сама виновата. Ты сказала, что со мной больше не будешь играть. А мы, котики, мстите. Надо... Надо было тебя кастрировать. Так, я в вашем любовном четырехугольнике не участвую. Почему, Гленушка? Потому что я пятый, а это уже пентаграмма какая-то получается. Отлично. Тогда пли! Я думаю, Глен, ты злой человек, а я кукла правильная.
мистер 9-миллиметровый — это пастырь, прикрывающий мою правильную задницу в долине тьмы. Или это значит, что ты праведник, а я пастырь, а мир вокруг нас злобен и эгоистичен? Да, так мне нравится. Только это все неправда. Правда в том, что ты слаб, а я тирания силы. Но я стараюсь, Глен. Я правда очень стараюсь быть праведником. Что за бред феерический? Бред феерический. Прикольное, да, словосочетание? Обязательно завтра на твоих похоронах скажу. Слушай, и тебе не жутко с ненормальной куклой-убийцей? Глен, я на ней женился. Алло, Шарм, Эльбрей Куси. Алло, Штаб, это принц Аксис. Операция завершена. Ключ бездны у нас, врата закроем хоть сегодня, но у нас проблема. Саврийский маньяк застрелился случайно, 7 выстрелов в голову. Случайно? Ну да. Обожаю делать плохие вещи с плохими людьми. Это заставляет меня чувствовать себя так хорошо. Хочу еще. О, да, мы обязательно продолжим, дорогая. Иди под стол домой. Как всегда. Ну что, вот и конец сценки. Обычная, в общем, постановка. Но, заметьте, на минуточку, затронута тема нейропсихиатрического расстройства и психоанализ Фрейда. В тюрьме с пошлым вином злодеи тут и там. Влечить покончится пропеть слова. Глен загадочный, скрытый, он маньяк. И вроде даже не дурак. Но сделал он фигню, устроил он дресню. Прирезал по Пандоры Хас. Это было во имя добра и справедливости. Тебе на ушко. Голову долой, Брейк, отменный психи трюка и бандит. Казалось бы, нельзя, в тюрьме сидит. Он коварен и умен, в чайке в себя влюблен. И с куклою в Пандоре Хартс. Чайку. У куклы есть мечта быть Брейком навсегда. И это правда нифиговый хоррор. Только волю дай, ответку получай. Убьют и всех, и даже Брейка тоже. Чешир, казалось бы, пушистый, милый кот. Скажу, он тот еще задрот. Что такое? Мы психи, гость куда? Маньяки, это да! Ведь вместе мы Пандора. Мы психи, гость куда?